зовут Батыр Уразов, и мне 13 лет. Я учусь в 10 школе. Я выбрал этот курс, потому что там различные интересные коды, например, логические загадки, головоломки у нас. Все учителя хорошие, нормальные, хорошо учат нас. Поэтому я выбрал этот курс. У нас в команде 10 человек, всего 10 человек. У меня уже друзей немного. Ну, хорошие тоже ребята. Они тоже хорошо учатся. Я раньше этот учебный курс не знал, но у меня был одноклассник. Он учился здесь. Ну, мне тоже посоветовал. И я тоже поинтересовался и начал искать в различных браузерах, в телеграм-канале. Я раньше представлял этот учебный курс сложным. Я думал, что будет тяжело, но оказывается, нет, не тяжело, а все нормально. Учителя хорошие, легко учить этот курс. Ну, нам интересно, поэтому мы создаем различные сайты и учимся после уроков. Я уже научился создать сайтов, учил всякие эти коды, различные коды учил. Ну, мне понравилось. У меня жизненная цель – это учиться и заниматься спортом. Надо учиться и заниматься спортом, потому что вам в будущем поможет учеба и программирование.